Всем добрый день, всем привет. Небольшое объявление. Планируется создание ролика «Ответы на вопросы после протезирования колена». В общем-то, у меня на канале есть много подписчиков после протезирования колена. И есть вопросы, которые наиболее часто задаются, вопросы, которые возвращаются постоянно с какой-то периодичностью. Поэтому на следующей неделе будет такой ролик. Я отвечу на все часто задаваемые вопросы после протезирования колена. Ролик будет немного, может быть, длинным. Я планирую, может быть, 40-45 минут. Но я так думаю, что кому будет интересно, те посмотрят. И также я бы хотела вам предложить, подписчики с протезированием колена, если у вас есть какие-то ваши специальные вопросы, либо у вас что-то не получается, вы хотели бы услышать более подробный ответ, оставляйте ваш вопрос под этим видео, и я также отвечу на все ваши вопросы в ролике, который будет посвящен ответам на вопросы протезирования колена. Всем пока, всем хорошего настроения!